Всем привет! Сделаю небольшой обзорчик, что приобретают наши клиенты в сезонные простуды, гриппы, ОРВИ, ОРЗ, заболевания горла, носа, температуры и так далее и тому подобное. Приобретают вот такой чай Вайда, очень хороший чай. Можно деткам, можно взрослым. Вот такая пчелка, спрей для носика, тоже можно деткам, можно взрослым. Спрей прополис для горлышка, очень хорошо устраняет воспаление, фарингиты, ларингиты. С первого применения эффект хороший. Вот такой для горлышка тоже идет с прополисом, тоже очень хороший. Этот можно и деткам, но не совсем маленьким. Вот такой есть сиропчик змейка. Внутри идет 6 пластиковых ампул. Его можно маленьким деткам с 6 месяцев. Очень хорошо убирает кашель, выводит мокроту. Противовирусные наши ляньхуа. Без них мы никуда. Каждый сезон они просто палочка-выручалочка. Вот такой эликсир Шахаэл. Это природный антибиотик. Здесь идет 10 ампулок. Также можно маленьким деткам и взрослым. Дозировка только разная. Анисовые таблеточки. Очень хорошо убирают кашель. Снимают спазмы, как сухой, так и влажный кашель. Любые кашли, они идут для рассасывания. Как взрослым, так и деткам можно. Конечно же, наш любимый антигриппинчик.